В Сочи на международную конференцию собрались ведущие предприятия дорожной отрасли региона. Ученые, профильные специалисты из Китая, Португалии, Франции, Кореи, Германии. Всего более 200 человек. Специалисты дорожной отрасли в течение 2 дней будут обсуждать применение новых материалов и технологий в дорожном строительстве. Как отметили на открытии конференции в Краснодарском крае, сегодня используют современные технологии ремонта дорог, что увеличивает срок их службы. А для проверки качества проведенного капремонта на Кубани используют специальную лабораторию. Дороги Краснодарского края одни из лучших по регионам Российской Федерации. Это безусловно, это отмечают гости, это отмечают сами жители. Вот. Ну и по некоторым направлениям мы можем посоревноваться с европейскими странами. Наши сочинские магистрали, они ничем не уступают автобанам Германии. В этом году на обновление асфальтового полотна в крае потратят более 31 миллиарда рублей. Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено более 3 миллиардов на ремонт магистралей в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. Строительный сезон у нас уже начался с марта месяца. Самые масштабные работы будут, конечно, в городе Краснодаре, город Сочи, город Новороссийск и региональные дороги. Протяженность региональных дорог составляет 9000 километров. Планируем отремонтировать в этом году порядка 600 километров.